Когда у ZIP содержит внутри себя первую и вторую ступень, не выйдет ли из строя вторая ступень после импульса первой? Yes, it's you know, we are speaking about this idea of coordination of SPD. Okay, when we have two stages of SPD, typically on a large installation, there is a first stage of SPD installed on the main board at the very beginning of installation, and other SPD, second stage, located on the secondary board close by the terminal equipment. And obviously, the way to operate, the first stage will control and will Когда мы говорим об УЗИПе, то мы говорим о двухступенчатом УЗИПе, то мы имеем в виду координацию очень четкую между ними. На первой ступени обычно УЗИП устанавливается в самом начале, а вторая ступень устанавливается на вспомогательном щите близко к терминальному оборудованию. И, соответственно, когда на первой ступени происходит максимальный выброс энергии, до второй ступени доходит только минимум. И таким образом как раз мы контролируем эти всплески, но расстояние между первой и второй ступенью должно быть существенным.